Привет, девочки, съемку ведет Инесса. Всем приветик. Девчонки, у нас сегодня серая гамма. Она будет пересекаться с Айвори. Мы получили очень красивые вещи. Там очень много оверсайз. Я специально на себя вам нарядила вот этот вот свит, который короткий рукав с разрезами сзади по длине и хвостик. Сюда мы с вами сделали, я вам сделала пудру. Пудру замесила с мышиным серым. Вот смотрите, девчонки, как красиво пересекается пудровая варка и мышино-серый жакет. Вот просто красиво. Специально цветок дала, пускай такой для яркости. Ты в угол загнала этот манекен. Я его сейчас раздевать буду. Здесь у нас, опять же, серая история с пудрой подмес. Потом, помните, я вам вот этот вот свит добавляла к нему другую рубашку песочную. Здесь сделала все то же самое с леопардовым принтом серым. Нравится. Я и на его же раздену. Это же у нас это, девочка с глазками. Ну, девчонки, помните, свитер просто оверсайз, просто идеальный. Бомбезный. Да, идеальный. Сегодня с Инной тоже обсуждали эти свитера, но вот какие-то они такие нереальные. Нам нравятся. Мы любим такой. Я, видишь, ее потом сдвину вот так вот, и все. Ну что, девчонки, погнали. Все овер, все шикардосно, все нам нравится. Вот эти вот брюки у нас, джинсы, у нас уже были такие джинсы, это джинсы-регуляры. Вы можете, например, девочки, вчера камни не были видны, я потом посмотрела видео, да, они не были видны, они не было вот этого мерцания, но здесь и лампы немножко другое освещение. Вот, девочки, смотрите, вы распустили вот эту вот часть. И штаны распустили по себе, так, как вам нравится. Помните, были раньше резинки, еще что-то. А здесь придумана кулиска. И я считаю, что кулиска... грамотная тема. Очень тема грамотная и очень удобная. Резинка резинкой, а кулиска, извини, это лучше вы отрегулировать можете, чем сами штаны. Просто идеальные. Я сейчас вам буду подмешивать что-то. Девчонки, вот этот вот лонг, это короткий лонг. Лонги бывают удлиненные, я вам в сером как-то несколько раз в своем ролике. Это лонг укороченный, Инна, смотри, как хорошо сочетается. Угу. Я сюда вам даю его специально к джинсам. Мне нравится, как кулиска сработает. И варка, вот эта вот кремовая варка, она идет сюда как раз на коричневую вот эту руку. Здесь у нас какой-то тоже такой фисташковый принт. Я здесь вам придумала жакет. Вы можете любую светлую одежду, какой-то тренч или какую-то ветровку, или вот смотрите, розу убрали, пуховик сюда. Вы можете все это сделать, почему так застегнуто, ничего не снимается. Но мне нравится просто как тренч по стилю здесь, фу, тренч, жакет. Как жакет здесь по стилю. Девчонки, волей-неволей тянется обувь нюдовая. Она не может быть никакой другой. Ну, конечно, я сейчас ничего не увижу нюда. Да и все, тогда пойдем в копытах. Вот. Таня решила, что будете на каблуках. Девочки, сама обувь должна быть менее акцентная. Вот не как у меня кроссовки, да, и красные шнурки, и два вида серого цвета. Здесь вот лучше тянуться вот к этому цвету, потому что он очень красивый, кремы, и причем такой сливочный кремы. Мне нравится. Я люблю, когда такое. У нас, девчонки, мы отпаривали, и что-то как-то не срослось у нас с этим отпаривателем. И, в общем, коротнуло все розетки. Ну и что мы такие? А что нам теперь? Шикардосные джинсы. Здесь два варианта. Вы можете на болт перестегнуть вот сюда повыше. А можете, кто качал пресс и делал себе талию все лето, перестегнуть это немножко вот на вот этот болт. Это очень-очень стилево. Это убираем. Сейчас пойдет красиво. Сюда вам дам серую. Девочки, вот они капюшоны, переходящие вот такой вот хвост в виде рукавов. Нам нравятся стилющие вещи, мы всегда их заказываем, мы всегда их берем. Я сюда вам под эти джинсы подборку делаю именно вот эту вот серую. Не буду ее ничем перекрывать. Просто сама стильная вещь. Вы сюда можете любой тренч надеть, вы сюда можете любой бомбер надеть. Лучше бы, чтобы это было в варке, сейчас покажу вам, в варке джинсом. Чтобы это была вот такая вот песочно-кремовая история.
Я вам говорила неоднократно, Карина, смотри, как герлику попал. Неоднократно говорила, что, девочки, любой холодный оттенок серого, а здесь мышино-серый, всегда с песком хорошо. Вот вы сейчас наглядно это сами все увидели. Ну вот ничего, вам из обуви не могу подставить. У нас нет именно серой вот такой обуви. Ну давай вот эти пока оставим. Просто хочется что-то такое, чтобы не выделяло этот образ, а чтобы оно... Девочки, только не песочные боты. Они здесь будут ни к чему, они здесь не нужны. Вот эти песочные носики на такой серой варке, серо-бежевой варке джинс, они не сработают. Они будут немножко... Джинсы огнищ. Просто огнищ. А любые джинсы, вы помните, сюда можно как короткий вот такой вот лонг или свит, точно так же и длинный. Вот у меня он в двух уровнях. Ой, сейчас будет красиво. Девчонки, назад 90-е. Так, штаны, палаццо. Свитер наш алый с дырками. Опустим штаны пониже, да, а то что-то слишком высоко они. Ну и что, девчонки, это я вам должна померить, потому что когда откину, а кто-то не родился еще в 90-е, а кто-то знает эту моду. Да-да-да. Бандюганская мода. Угу. Я, девочки, люблю, когда фабрики выдергивают что-то вот из столетней давности, что мы уже носили. Да, ну, да. Конечно, это усовершенствовано. Конечно, здесь широкий рукав. Конечно, здесь это все на объем наверху сделано. У нас были немножко другие. У нас рукава были вот такие, например. Ну, короче, это все в любом случае было. Да, это мы носили, это мы все знаем. А смотрите, как у нас сейчас сюда попадут вот эти лоферы. Смотри, на как круто. Да, спорт. Там какой-то такой шик, штаны, и все у нас завязалось. А, девчонки, ветровки, конечно же, лучше с капюшоном. А, если у вас ветровки просто на стойке, это тоже да, потому что любой капюшон вы можете внутри пододеть в виде худи. И все. Свитер красиво попал под цвет вот этой полоски, видишь? Он такой, именно тот красный. А, у нас много сегодня спорта, у нас много сегодня спортивных штанов. Идеально спортивные штаны на манжете внизу. Манжет регулируется, вы можете... вот этот серый мне нужен сюда, понимаешь? Вы этот манжет можете отрегулировать, сделать его поуже. Вот он, видишь? Сделать его такой на ножке. Сюда вам дам вот такой вот здоровенный. Девчонки, это уже плотный хлопок. Вот такой вот здоровенный свитшот, чуть-чуть драный, чуть-чуть какими-то затертостями. Ну вот здесь вот эти боты. Вот понимаешь, там манжет, и вот эти вот боты вот здесь вот прям четко по цвету. Девчонки, конечно же, сумка только шопер и только большая. Здесь уже все на объем идет. Мы не можем с вами добавлять каких-то маленьких фитюлек в виде кроссбоди. Лучше бы добавлять такое что-то объемное. Вообще, овер вещи всегда хорошо смотрятся с сумками XL, понимаешь? Вот тоже хорошие штаны на сегодня мерила. Мы смотрели, ну ничего, посмеялись чуть-чуть и что. Мне такие не идут. А, девчонки, вот это очень хорошая ростовка. Здесь рост вот прямо хороший. Я сюда вам дам именно вот этот лонг. Опять же, лонг овер. У нас, я вам показывала уже, как-то у нас было худи. Да, и на худи было хорошей фабрики. Не буду его доставать. Вот мне нравятся как вот такие вот объемные вещи. Уютные, теплые. Такие вот уже вот переход к такой вот теплой какой-то мягкой комфортности. Очень хочется, чтобы когда... Сегодня, правда, 22, Инна сказала. Ну, ничего страшного, девчонки. Сегодня 22, завтра минус 22. Ну, так быстро-то не произойдет, конечно. А, брюки. У нас были штаны спорт. У нас были они в цвете графит. Здесь они пришли выбеленный лен. Идеальное попадание свитеру к этим брюкам. Просто идеальное. Сверху вам дам... Не буду усложнять образ. Дам вот такую вот рубашку. Рубашка своей холодинкой по тону попала. И мне еще нравится, как рубашка со свитером работает. И вот эти 1, 2, 3. Да, вот эти цифры сюда. И вот как-то вот этот колотый лед, лен, вот как-то все вместе завязалось. Девчонки, вот в этом случае можно кроссбоди.
потому что рубашка имеет верхушку, она выварена в черный цвет, нет вот этого объема. Если бы рубашка вся была вот в таком цвете, да, сливочном, то тогда бы я вам все-таки шопер посоветовала. А здесь, девчонки, даже можно рюкзачок какой-то. У нас есть рюкзаки, но я уже сегодня не стала вас грузить всякой этой обалденной штаны. Мы эти штаны, девчонки, нарядили на всех. Ну все, сейчас пойдут шедевры. Девушки, смотрите, как красиво. Да. Цепи, бриллианты. Звезды. Кисти. Просто вот просто красиво. Просто красиво. Помните, как дизайнер один, он очень, можно говорить, он Гуччи, Версачи, у них много было скопления жемчуга, цепей. Вот. Да, это... они любили. Да. Эта фабрика совсем не этого дизайнера, но придуман ход красивый. Я сюда вам чуть-чуть вот такой вот футболкой загашу эти штаны. Я хочу, чтобы весь акцент был на штаны, чтобы не оттягивался взор у вас на верхнюю, да, какую-то одежду, а чтобы вот все полностью шло штаны. И на, смотри, какое попадание гербика туда к цепи, да? Красиво. Девочки, здесь опять же обувь. Ну вот она должна вот сюда, вот она с холодинкой должна эта обувь быть. Ничего нет вообще. Ладно. Я буду стараться. Я вам вот такую вот обувь, я вам обязательно нарою. У меня у самой такие ботинки. И тот год я снимала ролик, и прямо они срывали аншлаг, эти ботинки. Мне они самой очень нравятся. Челси. Я вам постараюсь этот цвет выдернуть. Просто нужно понять, в чем этот цвет выдергивать. Ну, скорее всего, это будут челси. Девчонки, наши любимейшие штаны. Серые акцентные, черные на карманах. Сюда вам дам вот этот вот блузон, который, помните, толстовка. Он вот такой вот широкий. У нас женщина спрашивала, а мы к тому времени продали. А потом, короче, пошли, нашли в повторе. Девчонки, вот такая ветровка есть у меня и у Любы. Да. Мы повторили их. Я вам даю сюда эту ветровку. Вот по мне, так она идеально попадает к серому, к этому, потому что сама ветровка не черная. Ну вот опять к чему вернемся? Ну, конечно, вернемся к серой обуви. Как бы мы не хотели, а все равно вот именно вот эти вот серые боты, они сюда уместны. Девочки, любая ветровка оверсайз, вы про это знаете. Ничего вообще не будет у вас нигде сдавливать и нигде мешаться. Вот. Вот так пошли, ручки замерзли, вот так вот закрыли. Все. Помните, как у Пьеро? Ла-ла-ла-ла. В общем, девочки, все оверсайз одежды кому-то они вызывают всегда такие двоякие ощущения. Кто-то называет это уродством. Для меня это четкий топ, это вообще вот четкое такое раскрепощение, вот такое. Я люблю, когда молодежь носит это, я люблю, когда люди уместно подбирают себе, когда немножко там, для тех, кому за 40, например, ну, как нам, помните. Ну, сначала она была за 25, но чуть уже, чуть прибавилось. Девчонки, костюм, помните этот костюм, я вам говорила, что под вот такие костюмы, где зипка сама короткая, сейчас вам покажу, вот что сюда надо, видите, девочки, мы не можем давать, здесь у зипки обозначенная резинка, и мы не можем сюда добавлять объемную майку, она у вас просто оборкой соберется. Сюда должна быть такая же укороченная вещь. Вот видите, как я вам подобрала? Даже по цвету попала. Я, девчонки, здесь добавлю вам пальто. Рассказывала тоже как-то про это, что вот этот французский серый, смотря к чему ты его добавляешь. Девочки, смотрите, как по цвету идеально. Просто идеально. И надо даже ботинки сюда идеально. Вот. Все попало монохромом, чуть-чуть что-то с холодинкой, с льдинкой, что-то с теплинкой, а объединение образа все равно. Вообще, девчонки, объединила образ пальто. Оно вот этот вот цвет, оно всегда принимает, что бы ты ни дал. Вот дал с холодинкой, оно его примет. Вот здесь мы, собственно, так с вами и сработали. Там опять не видно это мерцание, это пайетки. Это такой... Это тоже мелкий размер, девочки. Вот и костюм, и поло, это мелкий размер.
Просто очень хотелось показать вам, что по длине сюда попадает. Так, здесь у нас спортивные штаны. Колотый лед. Сюда у нас пойдут михи. Один миха морда колотый лед. Ну, а что? Сюда вам дам сверху вот такой вот свитер. Свитер даю для поддержки. Я хочу вам показать, какой цвет вы можете надеть на себя сверху. Вот цвет именно вот этот серый меланж. Вот именно этот, девчонки, не какой-то другой. Вот сейчас я вам покажу еще, я сегодня сама в такой пришла. Вот этот цвет сюда, да, а чуть-чуть серей сюда нет. Чуть-чуть серей, чуть-чуть с голубинкой нет. Вот сюда нужно выдергивать именно вот этот такой выбеленный лен. Вот такой вот он, тоже такой вот оттенок у него. Ну, он скорее даже в холодинку, как вот именно вот эти наши наколотый лед, да? Mm-hmm, да? Вот он скорее вот туда уходит. Михи, конечно, приколдысные просто. И вот эти вот морды, особенно того, который с ромашкой, они на скидке. Девчонки, Инна просила проговорить. У нас лето на скидке 70%. Вот. Что это? Вот, пожалуйста. Нашлась. Вылетают вещи, которые мы вчера потеряли. Ну, сегодня они как раз к месту нашлись. Так, штаны. Помните, Ковентри цвету этих штанов. Наконец-то пришла футболка, которая идеальная по цвету, да. И по модели, она как красиво-то, а? Угу. Вот как по цвету попала. А она, девчонки, такой, как краской замызганная. Вот как будто бы вы ремонтировали у соседа машину и вышли потом в ней куда-то. Это вот такая вот вещь. Это опять же все на стиле. Конечно, я не могу вам сюда не добавить такую же вываренную кожу на куртке. Сейчас вы поймете, как вот эта варка сейчас сработает друг на друга. Девочки, в нашем случае здесь может такой длины быть футболка. Потому что штаны очень широкие. Здесь можно вот так. Она юбка не соберется. Сама косуха тоже широкая. Девчонки, такой на стиле, ну такой харлеевском стиле, вот так вот скажем. Зато удобно. Ногу как закинули в штанах на мопед. Ну, может, и не на мопед. Ну, мне нравится сама варка, и мне нравятся брутальные вещи. Я люблю, когда эти брутальные вещи подмешаны к каким-то вот таким вот сложным штанам, да. Вот оно смотрится очень красиво. Я вам еще раз говорю, смотрится очень раскрепощенно. Меня просили показать жакет. Я, конечно, жакет не могу вам дать просто теперь с футболкой. Я вам добавлю свитер, юбка в молочку. Помните, на жакете это кружево, которое соберет нам сейчас весь серый, который мы добавили внутри вместе с кремом. Инна, смотри, как боты. Четко прям. Просто четкое, да. Попадание. Подошли. Идеальное попадание. Вот, девчонки, одни и вторые. И вот такая романтик юбка вот эта по косой. И такое все овер-овер наверх. Девчонки, спасибо вам за подписки. Спасибо, что вы у нас есть. Люблю, целую, чао. Чао.